потому что Аксютенко нарушает закон постоянно, развел коррупцию, тут там трески, блядь, проститутские баннеры по всему городу. Здорово. Те вещи, которые, блядь, вот висят через дорогу, 10 раз уже писали, там ничего он не монтирует, потому что явно получает в свой карман 3 копейки. Я думаю, это главный коррупционер в области администрации. Говоришь, вот примерно так. Давай, давай, давай. Все, иди подавай в милицию. Все, слышали. Все. Все. Сейчас приедут юристы, они будут с тобой разговаривать. Да, понял? Хорошо. Чувствуешь себя хорошо, я смотрю. Да, очень хорошо себя чувствую. Потом посмотрим, кто смеется последний. Да, да, понимаешь? Да. Конечно. Что-то еще скажете? Пока все. Спасибо. Пока все. С тобой, я говорю, будут юристы разбираться. Договорились. Да, это вопрос времени. Это понятно. И я хочу сказать, что вот когда у нас в Красноярске, в центре города, с гостиницы сняли лозунг «Слова Путина о патриотизме», ну, поверьте, я иногда смотрю на власть. Это наша власть или враждебная власть нашему народу, нашему президенту? Вот поверьте, если бы я был у власти, Аксютенко сидел бы в камере, а подполковник милиции сидел бы в соседней камере. Они говорят, конструкция была незаконна. Да. Слушайте, ну сделайте тогда это законно. А привезти с рынка киргиза, который никогда этими работами не занимался, слезть средь белого дня, где идут люди, прохожие, срезать эту конструкцию, где находится около 5 депутатов, и все это на глазах делается, их уговаривали этого не делать. Туда завезли машину наглую, и с такими словами, это все подтвердят мои слова, когда депутаты стали на дороге машины. А Аксютенко говорит, едет на них. Ну, представляете, ну что это такое? Ну что, нас провоцируют другим способом с этим Аксютенко разобраться? Может, я так думаю, службы и делают это для нас. Думают, что мы пойдем другим путем. Мы другим путем не пойдем. Знаете, придет такое время, за эти вещи они будут отвечать.